Бывший министр иностранных дел Великобритании Малкольм Ривкинд главной ценностью независимости Казахстана считает стабильность в стране. По его словам, сегодня мир находится в зоне повышенной турбулентности, а Казахстан смог сохранить политическую и экономическую устойчивость. Вы не только смогли доказать свою состоятельность, но и за короткий промежуток времени смогли стать успешной страной с демократическими ценностями. У вас открытое и толерантное общество, как и во всех развитых государствах. Я очень счастлив поздравить всех казахстанцев с очень важным юбилеем независимости. И думаю, что жители страны гордятся, что являются гражданами процветающего суверенного государства.